Протягиваем выпуск. Брутальные торты для оборонцев родимы, а с пяшчотными кветками для любимых жанчин. На Гомель хлеб праме подрихтовали солодкие сюрпризы до святов. И коли нема часу на пошуки подарунков, а лишь порадовать своих любимых вельми хочется, запрашаем разом с нашей здымочной бригадой у невеликое подорожжа по смачных и ароматных цехах предприемства. Кондитер Дмитрий Антипенко узгадывает, как недавно выполнил незвычайный заказ. Мужчина принес перстенок и попросил спечь торт, а упрыгоживание поместить внутрь. Торт предназначался для каханой, якой таким чином улюбленный молодой человек хотел сделать пропанову руки и сердца. Ти дала сгоду девчина Дмитрий не ведая. Ле каже, что заусёды приемно развивать свое кондитерское мастерство и радовать людей. В преддверии 8 марта тоже придумали кучу всяких вариантов разнообразных тортов. Поэтому приходите, заказывайте. Все вкусно и красиво. Ну вот если мужчина, там пистолеты, патроны, а раскройте секрет, а что будет изображено на тортике для женщин? Ну, женщины – это прежде всего цветы, это без этого никуда. Не только на торте, но и в жизни. Олеся Крупадерова працюет на Гомельхлебпраме четверть стагодия. Каже, что подчас в отпуску сумуя по аромату горячего хлеба. Самый любимый для ее, як и шмат году тому, волотавский. И он же и один из самых популярных у гомельчан. Наш любимый волотавской всеми, в основном все работники. Ну, вот потрогайте, как он пахнет, как он дышит. Вот даже горячую булочку сейчас вам покажу. Да, это запотел пакетик теплый хлеб. Да, вот такой вот он красавец у нас. Пышненькие, вот духмяны, всю душу мы влаживаем в этот хлеб. За день на четвертой вытворчості, якая находится на Олимпийской улице, пякуть каля 20 тонн хлеба. 7 з іх это батоны и полтонны кондитерских выробов. Сярод солодкостей на первых местах у рейтингу маффины и кексы. Кондитерские выробы Гомельхлебпрам продает и у іншыя регионы Беларуси. Хлебобулочные есть на полицах российских и навыт израильских крам. Лето з'явились новые выробы – тостовый хлеб и баге для бутербродов. Запотребованность продукции не только в отказном ставлении персоналу до своих обовязков, але у любови до пекарской справы. Вот из этого теста скоро будет выпечен батон. Тесто очень красивое, прямо оно так поднялось. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет? Секрет в душе наших работников. То есть нужно, как говорят, если работаешь с тестом, то нужно иметь хорошее настроение. Да, чувствовать нужно тесто и иметь хорошее настроение, придя на работу. Зрозуміло, як и кожное предприемство, Гомельхлебпрам сутыкается со складанностями в выполнении своих задач, у тым ліку экономичными. Але проблемы, кажут новые творчості, пераодольные. У предприятия, естественно, есть трудности, но мы с ними справляемся. Значит, выпуск продукции осуществляется ежедневно и без нареканий. То, что предприятие работает в нормальном режиме, вы увидели сами, побыв сегодня на хлебобулочном участке и на участке батонов. Я думаю, что это о многом говорит. У планах нарушения объема вытворчести и выход на полную загрузку могутностью. Покуль же пекары рыхтуются до веснового свята и чакают заказу от гомельчан. Выконать обяцают любые кулинарный каприз. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».